Доброе утро, дорогие друзья! В студии Зара Ясиноман. Желаю вам хорошего настроения. Рада, что вы встречаете свой новый день вместе с телеканалом «Алматы». Сегодня в программе советы профессионалов, полезные лайфхаки, встречи с новыми интересными людьми, а также старыми добрыми знакомыми. И, конечно же, масса положительных эмоций, которыми спешит поделиться вся творческая команда программы «Кулепоян». И о событиях в истории. 11 сентября 1883 года был основан Семипалатинский краеведческий музей. Также в этот день, в 2007 году, из Актау стартовала в кругосветный морской поход первая казахстанская экспедиция на яхте «Чокан-Валиханов». В церемонии проводов по этому случаю принимал участие глава государства Нурсултан Назарбаев. 11 сентября 1862 года родился знаменитый американский писатель О. Генри. По мнению известных литературных критиков, несмотря на часто сменяющиеся вкусы читателей, О. Генри по-прежнему занимает прочное место среди постоянно перечитываемых авторов во многих странах мира. А в Аргентине сегодня празднуют День учителя. Отмечается он ежегодно в день годовщины смерти бывшего президента страны и великого просветителя Доминго Фаустино Сармьенто. Также 11 сентября – Новый год по эфиопскому календарю. Праздник называется Энкутаташ, что переводится на русский язык как «День подношения драгоценностей». По традиции Энкутаташ начинают отмечать вечером предыдущего дня, разводя костры из ели и эвкалипта. Еще сегодня свой день рождения отмечает Всемирный фонд дикой природы. На сегодня это крупнейшая в мире неправительственная международная природоохранная организация, усилия которой направлены на решение самых актуальных проблем в этой области во всех уголках мира. Ну а нам, друзья, пора отправляться на кухню и готовить завтрак для успешного дня. А поможет нам в этом наш шеф-повар. Тарас, доброе утро. Доброе утро, Зара. Доброе утро, телезрители. Сегодня мы приготовим замечательную рисовую кашу с фруктами и с яблоками. Для каши нам понадобится рис отварной, ягоды, масло, соль, перец и плитка. Так, выливаем стакан воды. Рис, кстати, у меня подготовлен заранее, то есть я его отварил с вечера. Рис можно использовать, и лучше всего использовать отварной, чтобы быстро приготовить кашу. Рис, кстати, можно еще замораживать, можно по пакетам, по порционно разложить. И у нас всегда будет такая заготовка для рисовой каши. Так, рис наливаем в стакан воды, рис выкладываем сюда, в воду. Даем ему закипеть. Когда у нас закипит, добавим уже молоко. Так, сейчас добавляем соль, добавляем сахар и ждем, когда у нас рис закипит. Рис с водой закипел, немножко стал такой клейким, стал таким клейким. Так, и теперь наступило время молока. Молока добавляем. Примерно молока и воды 50 на 50. У нас уходит на одну кашу, то есть примерно так рассчитывайте. Так, все перемешиваем. Каша у нас загустела, мы ее выключаем, даем ей пару минут постоять. Тем временем подготавливаем яблоко, тарелочку и ягоды. Яблоко очень тонко нарезаем соломочкой. Так. Такой таким полумесяцем. Так, и выкладываем, добавляем сперва масло. Масло добавляем в кашу, перемешиваем. И выкладываем. Так, аккуратненько выкладываем. Так. Теперь яблоки выкладываем сверху на кашу. Таким вот образом выкладываем ягодки. Так, клубничку. Ну вот, наша замечательная рисовая каша с фруктами и с яблоками готова. Приятного аппетита и счастливого дня! Если вы захотите быстро приготовить полезную питательную рисовую кашу, то вам понадобится рис отварной, молоко, стакан воды, масло сливочное, соль, сахар и для подачи яблоко и любые ягоды.
Тарас, спасибо вам большое. Действительно, рисовая каша – одно из самых полезных блюд с утра. Если вы хотите, чтобы ваши комнатные растения и цветы, друзья, радовали глаз и были здоровыми, вы должны выполнять их непритязательные желания. Успех выращивания и длительной жизни комнатных растений на самом деле зависит от простых правил. А каких именно, сегодня мы узнаем у моей коллеги Кристины Ковардаковой и флориста Яны Прокудиной. Яна, доброе утро! Очень рада приветствовать. Кристина, доброе утро, приветствую. Да. Скажите, пожалуйста, Яна, с чего началось ваше увлечение флористикой и сколько у вас дома комнатных растений и почему вы их разводите? Ну, комнатные растения – это в первую очередь эстетическая польза и, конечно же, свежий воздух, который и кислород, который дают эти растения, очень полезные для домашних, также для детей, когда можно будет привить им такую заботу, да, о растениях. То есть это очень многогранно. Потом постепенно перейдут на животных и уже начнут проявлять заботу к ближним. Вот так вот самостоятельность, на самом деле, комнатных растений, да, не может быть много, но вот у меня пока один такой красивый цветок, каменная роза. Я надеюсь, что скоро их станет гораздо больше. Вот с наступлением осени, холода, вот такой упадок, вот все это чувствуют. Как чувствуют вот себя наши зеленые друзья? Ну, начнем с того, что большая часть растений чаще всего находится на балконе или на террасе, или просто на улице. Их нужно сейчас самое время перенести в дом, чтобы они не померзли от первых холодных ночей и успели привыкнуть к комнатной температуре, к комнатной обстановке. То есть им тоже нужна такая адаптация, да? А сколько может занять этот период и от чего он зависит? Ну, практически нужно просто успеть до первых заморозков. И как раз сейчас самое время все растения перенести в дом. Ну, вот у нас здесь три экземпляра. Я вот, честно говоря, не знаю их названия. Но все ли растения требуют действительно того, чтобы вот их занести в комнату? Да, конечно, все растения у нас, комнатные растения, не зимуют на улице. Поэтому обязательно их нужно перенести домой. Но те растения, которые уже были в квартире и не стояли у окна, их нужно перенести все-таки к окну. Потому что световой день сейчас сократился, и растению требуется немножко больше света. Если есть возможность, для капризных растений даже используют досвечивание, то есть ставят на вечер отдельную лампу для растения. Ян, я правильно понимаю, что если есть возможность, нужно сконцентрировать расположение растений все-таки в южных комнатах, для того, чтобы все могли напитаться, так скажем, последним сентябрьским солнышком? Конечно, если есть возможность, стоит поставить на южные и восточные окна растений. Там они будут себя чувствовать более комфортно. Ну, а на севере нам потребуется определенная лампа, да? Возможно, да, но это, опять же, не для всех растений. Есть растения, которые очень светолюбивые, и растения, у которых пестрые листья, очень любят свет, поэтому им можно применять досвечивание в зимний период. А что насчет тенелюбивых растений? Мне кажется, они менее прихотливы ко всему. Ну, конечно, тенелюбивые растения можно оставить в том месте, в котором они стояли, например, в глубине комнаты. Если потребуется, если растение вдруг стало плохо себя чувствовать, потускнели листья, например, то, конечно, лучше перенести их на подоконник, чтобы в зимний период цветочку хватало света. Очень интересно, мы продолжим, безусловно, нашу беседу. Друзья, правильный полив, своевременное удобрение, раннее обнаружение болезней и профилактика. Вот несколько советов для того, чтобы растения, создающие в нашем жилом пространстве уют, были здоровыми и красивыми. Не переключайтесь, вас ждет еще много интересного. Зачастую в квартире холодно не только потому, что плохо топят. Через щели в стенах, окнах и дверях может уходить до 50% тепла. Поэтому не откладываем утепление жилища в долгий ящик. Первая проблема многих домов – холодные стены. Причины этого различны. В панельных многоэтажках могут быть плохо заделаны швы.
старых кирпичных домах может испортиться раствор между кирпичами. В новых нарушена технология строительства. Избавиться от подобной проблемы можно двумя способами – утеплив квартиру снаружи, либо изнутри. Второй вариант намного экономичнее. Вот только делать все нужно аккуратно. Сначала очищаем стены, шпаклюем и обтягиваем пароизоляционным материалом. И только потом теплоизоляционным. Потеря тепла через окна минимальна, если они пластиковые. Здесь следует лишь проветрить резиновый уплотнитель, находящийся по периметру створки окна. Если же у вас старые окна, то им потребуется уделить больше внимания. Щели в рамах можно заделать силиконовым герметиком или шпаклевкой, а по периметру створок приклеить утепляющую ленту и скотч. Так утеплять окна намного проще и быстрее, чем дедовским способом с помощью поролона и бумаги. Щели под подоконником – еще одни провокаторы потери тепла. Чтобы ликвидировать пустоты, снимаем подоконник и заделываем щели минеральной ватой или монтажной пеной. То же самое можно проделать и щелями у двери. А на стыке, чтобы не допустить сквозняков, приклеить специальные прокладки. Специалисты рекомендуют использовать их даже в межкомнатных дверях. Ведь часто из холодных угловых комнат охлаждается и все остальное помещение. Не забывайте, что утепление квартиры – это не просто создание удобств. Это еще и забота о здоровье семьи. Растения, как и все живые организмы, иногда болеют. Это актуально и для комнатных экземпляров, ведь они выращиваются в условиях искусственного климата и ограниченного пространства для корней. Не исключены ошибки в уходе, устранить которые нам сегодня поможет Яна Прокудина. В отопительный сезон растения очень страдают от жара батарей. Не всегда есть возможность поставить хороший качественный увлажнитель для растений, поэтому я рекомендую делать поддоны с дренажом, заливать их водой, таким образом, чтобы растение могло питаться той водой. А что вот это за... Это дренаж. Это дренаж, мы заливаем водой. Керамзит. Это такое дополнительное увлажнение, да, я так понимаю? И, да. Растение не берет воду из поддона, таким образом корни не будут загнивать, но вода испаряющаяся будет давать влагу растениям, и листья растения не будут сохнуть от батарей. А что касается режима полива, он изменяется с наступлением холодов? Конечно, если включаются батареи, режим полива должен быть активный. Но если растению не требуется зимой активный рост, то есть некоторые растения, например, маранта, пассифлора, они погибают на зиму. А, например, кактусы и лимоны, они требуют периода покоя зимой, чтобы весной они могли зацвести, то есть во время покоя закладывается цветочная почка. Тогда, если растение в периоде покоя, не требуется полив, то есть фактически нужно очень хорошо подсушить ком земли. Очень интересно. А Яна, какие еще советы вы дали бы тем людям, которые, может быть, только мечтают дома, так скажем, ухаживать за комнатными растениями? Конечно же, советоваться с профессионалами, с продавцами при покупке растений по уходу, по капризности, потому что не все растения... Ну, на ваш взгляд, самые неприхотливые, скажем. Растения. Ну, всеми любимые. Но красивые. Да, всеми любимые и часто используемые в интерьерах – это большое разнообразие фикусов. Вот это растение называется «Женское счастье», очень красиво цветет. Каждой девушке нужно иметь дома. Вот нам нужны такие растения обязательно. Тоже неприхотливо в уходе. Немножечко требует влаги, поэтому можно вот таким образом поставить на влажный поддон. Все, а также можно из пульверизатора водой, да, опрыскивать, протирать. Да. То есть ухаживать за своим счастьем. Это растение лелеять можно. Его. Растения, которые имеют ворсовое покрытие на листьях, то есть маленькие волосочки, например, фиалки, они не любят опрыскивание. Конечно, да. Поэтому здесь нужно смотреть, какое растение дома такое требует опрыскивания. Или... Спасибо большое. Вообще всем хочется пожелать, конечно же, здоровья не только нашим прекрасным растениям, но и всем живым организмам в этот замечательный день, день природоохранной среды. Спасибо большое за эту встречу. Спасибо. Яна, была рада познакомиться. Спасибо, что вы к нам пришли. Спасибо. Спасибо. Друзья, напоминаем, что сегодня у нас в гостях была известный флорист Яна Прокудина.
Друзья, продолжается программа «Кулипуян», и я с огромной радостью представляю вам нашего уважаемого гостя. Это популярный хип-хоп-исполнитель Ербулат Кудайбергенов. Доброе утро! Утро доброе, дорогой мой друг, как будто и не было этих... Долгих лет. Время прошло, оказывается, вы как здесь. Как дела? Супер. Алматы, отлично. Привет. Я помню, 98-й год. Мы с тобой ездили на открытие нашей столицы. Я помню, что это был детский конкурс «Анше Балапан». Мы с тобой неоднократно участвовали. Я помню, мы вели какую-то передачу. Это было вообще весело. Это как было? Мне 10. Было весело. Было весело, да? Самое главное, это детские воспоминания. Ну, конечно же, твое творчество, оно неотрывно от династии Кудайбергеновых. И я, конечно же, с большим уважением отношусь к творчеству твоих родителей. Это действительно такой весомый вклад в развитие нашей музыкальной культуры. А как ты стал заниматься музыкой? Все-таки ты видел, что родители постоянно на гастролях, да? Это было твое личное желание пойти по их стопам? Или это уже не было шанса? Да, у меня, были... моменты, когда я хотел поменять как бы направление, там был спортсменом, там что-то весь себя играл, баскетбол ходил, но в конечном итоге я понял то, что надо делать то, что умеешь, то, что у тебя в крови, и вот мне вот стало удобно, вот я выбрал эту музыку, искусство мне самому нравится, это как душа прям радует, полезно с приятным, как говорится. Первое же творчество родителей, конечно, любят представители разных поколений. В основном это такое взрослое поколение, да, которое ценит такую исконно истинную музыкальную нашу культуру, лиричный фольклорный дуэт. Да-да, они дуэтом поют. Двух замечательных музыкантов. Ну, если говорить о жанре айтыс, тебе никогда не приходило в голову, что вот в музыке хип-хопа есть элементы айтыса? Конечно, конечно. В лучшей форме, потому что... Да, правильно говорите. Вот айтыс – это у нас вообще в казахской культуре у нас тоже как бы делятся определенные стили. Там определенные... Там айтыс – это у нас на рэп, на американском, как называют, фристайл. Там они фристайлят, начинают спорить, да, там раз, да. А у нас, реакции, да, у нас то же самое, есть определенный как бы всемирный у нас есть стили, как бы делятся. И у нас тоже в культуре есть направление, как айтыс, арнау, специально посвящение, дастан, жыр, там history talking, наподобие вот таких моментов и очень много сходства вот с рэп, хип-хоп. Культурой. Я тоже постоянно, когда смотрю айтыс, мне кажется, это какая должна быть реакция, какое владение поэтическим слогом, чтобы тут же, прямо здесь, на месте, ответить, откуда ты черпаешь вдохновение. По-разному к этому подхожу. У меня много друзей, знакомых. Вот, я в основном на казахском сам пишу, а вот на русском так бывает. Набираю с ребятами, созваниваюсь, там, обсуждаем, как можно подать, и это все... В конечном итоге, вот сейчас на данное время пишу треки на русском для русскоязычных аудиторий специально. В итоговый результат мы планируем прогастролировать в Российской Федерации. Там у нас очень много соотечественников, которые тоже прямо ждут. Не дождутся, мы вот как в социальных сетях тоже конечно. Как бы поддерживаем. Но меня очень радует, что, знаешь, в твоем творчестве гармонично сочетается и любовная лирика, в принципе, и социальные какие-то темы. То есть наблюдение за жизнью, что очень важно для, я думаю, исполнителя, который пишет действительно такие настоящие в сердце попадающие тексты. Ну да, это все от души. Спасибо большое. Друзья, напоминаю, что сегодня у нас в гостях Ербулат Кудайбергенов. Мы сейчас посмотрим небольшой сюжет, после чего вновь продолжим нашу встречу. Современное общество помнит историю зарождения рэпа со времен переезда ямайских диджеев в район Бронкс в 1970 году. Ранее это направление в основном было присуще только афроамериканцам. Ныне же рэпу подвластны все нации. Изначально данный стиль – это набор рифмованных речевок,
флоу и речитативов, зачитываемые под музыкальные биты. Особым авторитетом пользуются рэперы, способные фристайлить, импровизируя на разные темы. Исполнение рифмованных речевок прямо на улицах по сей день остается традицией черных кварталов. Кроме того, устраивались так называемые батлы, словесные поединки, в которых два рэпера дебатировали, сохраняя рифму и ритм. Батлы могут быть и не только перебранкой, но и подачей зарифмованного текста на определенную тему. В начале 80-х годов большой толчок в рэп-направлении дали музыканты из городка Комптон, среди которых Eazy-E, Dr. Dre и Ice Cube. Одновременно продвигать это искусство взялись Snoop Dogg и Tupac Shakur, которого по сей день называют легендой старой школы. Всех музыкантов объединяло одно – они читали о том, что видели – несправедливость, криминал в бедных районах и о том, к чему может привести бездействие. Отсюда и появилось понятие «голос улиц». Сегодня рэп читают уже во всем мире. К примеру, в России молодые фристайлеры составляют серьезную конкуренцию эстрадным артистам. Каста, Рем Дигга, Оксимирон, Баста, Негатив и еще десяток популярных музыкантов собирают многотысячную аудиторию. Выделяют талантливых рэперов и среди наших отечественных самородков. Криптонит, группа GLZ сейчас на пике популярности. Более того, своей необычной читкой казахстанцы вносят новые веяния в это искусство. Друзья, мы продолжаем программу «Кулипуя». Напоминаю, что сегодня у нас в гостях популярный хип-хоп-исполнитель Ербулат Кудайбергенов. Ербулат, я знаю, что сегодня ты пришел не просто поговорить. А я в большом предвкушении, потому что, если честно, уже наслышана об одной композиции, которая называется «Казахский бит». Да. Даже слышала о том, что ты планируешь снимать клип на эту композицию. Да, мы на данное композицию. Время работаем над ней. Почему бы не сделать премьеру на телеканале «Алматы»? Ну, конечно, можем сделать этот трек вообще. Мы на данное время на него большие ставки сделали. Над ним сейчас работает режиссер Павел Войтикевич. И у нас большие планы на этот клип. И вот, ждите. Ербулат, ну ты просто заинтриговал меня. Я думаю, что не только меня, но и наших телезрителей с удовольствием послушаем. Тем более, учитывая, что это премьера твоей композиции «Казахский бит» на телеканале «Алматы» и вообще, в принципе, на телевидении. Просим тебя. Поехали, встречайте. Это «Казахский бит». Желаю всем счастья, здоровья. Раскачаешься. Это казахский рэп, это казахский бит. Салют из Казахстана, самого сердца Евразии. С кем на одной волне, тем, кто с нами на базе. Прием, прием. Как меня слышно, народ, и руки вверх. Если тема катит, тема прет. Это казахский бит, помес рэпа и этно. Качает не по-детски, вставляет конкретно. С восточным приветом, зимою и летом. Шаманим над музлом от заката до рассвета. Это трек не телега, это трек не карета. Ни авто, ни корабль, этот трек называй ракета. И он врезается в плейлист твой со скоростью света. С дикими танцами, что так далеки Амбалета. Все города, дворы, районы, площади, клубы и стадионы. Нас все, это формат КПТИ. Страна поет под звук Бангара и Дамбры. Это казахский бит, брачо. Делаем все от души иначе. И моя номер один задача, чтобы ты был официально прокачан. Это казахский рэп. Поднимем бокалы, опустим до нуля будничных страстей накалы. Отдохнем по-казахски, не допустим халатер. Пусть там всплывает Годзилла, вернется терминатор. Бросай пить кока-колу, в тренде сейчас кумыс. Хмыс попробуй, хоть раз попросишь на бис. За фигурой следите, правильно делайте мисс. Но не к лицу серьезный фейс, вам мисс улыбнись. И каждый знает, как мы отдыхаем. НАСА из космоса видят, как мы салют пускаем. Казахи люди слова, народ хлебосольный. Если позвали в гости, каждый гость уйдет довольный. Мы запрягаем железных коней, делай громче, нажимай на плей. Это казахский бит, музыка наших дней. С духом скалистых гор и бескрайних степей. Это казахский бит, брачо. Делаем все от души иначе. И моя номер один задача, чтобы ты был официально прокачан. Это казахский рэп, это казахский бит, это казахский.
7 нот музыки акапелла. Когда на сцене, то выкладываюсь до предела, без рамок и границ. Человек больших амбиций, я в рэпе, но не забыл народных традиций. Буду звучать, пока на небе светит солнце, пока вращается земля и сердце мое бьется. Время идет, я становлюсь сильнее во сто крат. Будем знакомы, мое имя Ерболат. Это казахский бит, брачо. Делаем все от души иначе. И моя номер один задача, чтобы ты был официально прокачан. Это казахский бит, брачо. Делаем все от души иначе. И моя номер один задача, чтобы ты был официально прокачан. Это казахский рэп. Это казахский бит. Это казахский рэп. Это казахский рэп. Это казахский бит. Это казахский рэп. Отлично, ну что ж, официально прокачали вот с премьерой. Не только меня, но и всех телезрителей. Огромное тебе спасибо. Я думаю, что действительно будет очень хороший видеоклип, который, я думаю, что совсем скоро мы сможем посмотреть. Тоже надеюсь, понравится зрителям. И вам огромное спасибо, что пригласили на телеканал Алматы. Алмата моя душа, это мой город, я здесь вырос. Это город уже не только твой город, это твоих детей. Не говори, да. Все, вот корни пустили, все, алматинцы. Что бы ты хотел пожелать всем нашим телезрителям, всем алматинцам, всем тем, кто любит твое творчество? Конечно, от всей души. Жизнь прекрасна. Цените, любите жизнь. Желаю всем жителям, всем-всем, даже вот нашей планете, пусть процветает, жизнь живет. Любви вам огромное, счастья от всей души, от семьи Кудайбергена. Хочется, конечно же, пожелать крепкого здоровья всем членам твоей семьи, твоим замечательным родителям долгих лет жизни и низкий поклон за их музыкальное творчество, за их наследие, твоим замечательным детям, новых слушателей, новых вдохновений для творчества и, конечно же, будем ждать выхода твоего видеоклипа. Спасибо огромное за встречу. Вам тебе. Спасибо. Очень рада была. Было, не говори, это было в 98-м. Это было в 98-м году. Но сейчас 2017-й, мы снова вместе. Друзья, это был Ерболат Кудайбергенов на телеканале Алматы. Программа «Кулепоян». Смотрите нас. Кулепоян. Друзья, если на вас накатила осенняя депрессия и вам ничего не хочется, то в первую очередь определите, по какой причине. Может, вам нужна передышка? Отдохните. Ну а потом поставьте цель. Когда у вас есть цель, то ваш мозг знает, куда ему идти. Составьте план питания и тренировок. Верьте в то, что у вас все получится. Будут трудности. Не сдавайтесь. Начните все сначала. Ну а встреча с нашими уважаемыми гостями, возможно, станет для вас хорошей мотивацией. Встречайте, Андрей, Зульфия, Елена. Я очень рада вас приветствовать в нашей студии. Для меня большая честь познакомиться с вами. Итак, я думаю, что для многих наших телезрителей не секрет, что совсем скоро грядет очень яркое спортивное событие. Давайте раскроем тайны, раскроем Арнольд секреты. Классик. Арнольд Классик, который будет проводиться в Барселоне. Вот, Зульфия у нас уже не первый раз летает на такие мероприятия. Для меня это будет дебют, ну, то есть первый раз я выбираюсь, как говорится, в Испанию и на посещение такого вот чемпионата. Вообще этот фестиваль, можно сказать, даже спорта, да, спортивный турнир, чемпионат, он проводится на разных континентах, но все это под названием «Арнольд Классик». Ну, надеюсь, в этот раз нам тоже повезет, и мы сделаем все как надо, и, в общем-то, свои позиции отстоим. Я тоже не сомневаюсь. Насколько я знаю, Андрей, по-моему, в этом году дебютант. Вы в первый раз участвуете? Да, Кайрат, я в этом году первый раз буду участвовать на чемпионате города 24 сентября в категории классический бодибилдинг плюс 40, ветераны. А как идет подготовка? Ну, подготовка... Я как бы про подготовку, это вот лучше у моих тренеров спрашивать. Они вас тренируют? Ты серьезно? Более всего, я хотела бы отметить, что у Андрея, на самом деле, потрясающая история, потому что человек пришел в бодибилдинг в таком достаточно осознанном уже возрасте, да? Сколько вам было? 46? 48. 48 лет, потрясающе. И вы в отличной форме. Как это проходило? Как вы тренировались?
Я расскажу, как я попал на проект. Это было интересно, в общем, в принципе, сама по себе ситуация такая дома. Как бы мы тоже занимаемся там спортом, все проходит хорошо. И дома как бы такой зашел разговор. А не подкачать ли тебе плечи? Ну, хорошо, подкачать можно. Есть замечательный гуру железа, Елена, моя знакомая очень давно. Я набираю телефон, я говорю: Лен, а можно будет вот как бы к вам на проект попасть и выступить там плюс 40 по пляжникам? По пляжникам все. Лен говорит: а что по пляжникам? Давай сразу в классический бодибилдинг. Ну, давай. И на следующий день, в принципе, я уже приехал к ним на проект. Здесь все остальное, вот как проходит, это, ну, как я всем говорю, выбирайте лучших, учитесь лучших. То есть не надо самому ничего думать. То есть ты выполняешь задания, которые тебе ставят наставники, и получаешь результат. Ну, видимо, хороший, трудолюбивый ученик, да, усердный? Трудолюбивый, я думаю, что это все складывалось у него годами, вот такое трудолюбие и такая ответственность. Название нашего проекта «Измени себя» мы запустили с Леной его в начале этого года, в январе. То есть у нас были такие новобранцы, мы сразу сказали, Прошлого года осенью. Осенью, в декабре месяце мы его обдумали, и в январе мы его запустили. Это очень, кстати, интересно. То есть к вам пришли люди совершенно неподготовленные? С нуля. Домохозяйки, там женщины, которые, девочки, женщины разные, да. То есть возраст не имеет значения. У нас были девочки, которым было 16 лет, ну и в принципе, пожалуйста, можно и в 40, да. И в 50, там, то есть если, ну, соответственно, как бы... Проект «Измени себя», да, мастерская империи фитнеса. Причем это не просто проект, это не просто какой-то вот... Вот мы такие вот идейные, раз, и давай сделаем. Это все проводится под эгидой FBB, то есть нашей федерации бодибилдинга, фитнеса и бодифитнеса. И мы можем своим людям, например, предоставить такую возможность, как подготовиться с нуля и попробовать себя на сцене, выйти на сцену. Да, мы устраиваем конкурс, мы устраиваем внутренние соревнования. Потом лучшие из этих людей попадают уже на профессиональную сцену. Они могут такую возможность уже использовать. Уже творят свою историю. То есть да, вы помогаете людям творят. Сделать... И, пожалуйста, если вам нравится дальше, судьбу. Вы уже в профессиональном ракурсе начинаете это все как бы вести подготовку и так далее. И есть люди, которые конкретно затянулись уже в этот спорт, и мы уже такие, ну, после там, мы когда уйдем, да, с этой сцены, после нас останется что-то все прилично. А как много людей участвует в этом проекте «Измени себя»? Первый сезон у нас было 45 человек. Они все дошли. Кстати, не все дошли до конца, до сцены. Да, до внутреннего турнира они дошли. А на сцену профессиональную у нас попало 18 человек. Из них 14 стали финалистами. И из этих 14, сколько, 8, по-моему, да, у нас, зашли в тройки. Потрясающий результат. У нас было 4 или 5 золотых медалей. И это только с проекта люди. Замечательные результаты. Я думаю, что если проект будет продолжаться, то результаты будут еще выше, потому что невероятная от вас энергетика исходит. Вы умеете мотивировать. Я думаю, что люди, которые придут к вам, они точно об этом не пожалеют. Американка Эрнестин Шепард ходит в зал каждый день. Ежедневно пробегает 10 миль, бегает марафоны, работает моделью, ведет группы по фитнесу. Выиграла 2 конкурса по бодибилдингу. Ну а теперь внимание. В свои 74 года Эрнестина уверена, что возраст – это просто цифра. Не всем удается добиться успеха в молодости. Кому-то он приходит после долгих усилий, провалов и случайных вдохновений. В 1987 году, в 47 лет, Дэвид Даффилд основал компанию PeopleSoft. Это был его 4-й стартап. Для его запуска Дэвиду пришлось заложить дом. Впрочем, это его не огорчало. Когда-то на верном пути это просто чувствуется. Будущий бизнесмен не ошибся. К 2005 году, когда проект выкупили, PeopleSoft стала второй в мире компанией на рынке прикладного программного обеспечения. В результате сделки Даффилд попал в рейтинг самых богатейших людей в Америке с состоянием, оцениваемым в 1,5 миллиарда долларов. По меньшей мере, 9 участников списка Forbes 400 в разные годы сделали капитал, будучи уже достаточно в преклонном возрасте. Так, в 1972 году Джон Сперлинг, профессор-гуманитарий в университете Сан-Хосе, возглавил федеральную программу обучения полицейских и учителей обращению с малолетними преступниками. К удивлению Джона, взрослые участники программы получали дополнительное образование с огромным энтузиазмом. Миллиардером мужчина стал в 60 лет.
Одна из главных представителей американского живописного привитимизма – бабушка Мозес. Любившая рисовать в детстве, Анна вернулась к этому занятию только лишь в зрелом возрасте. Ей было 76, когда она нарисовала свою первую картину, и последующие 25 лет женщина посвятила искусству. Большую часть жизни Такеширо Мори работал преподавателем и только в 51 год стал инвестором в недвижимость и основал Mori Building Company. Его блестящие инвестиции сделали его самым богатым человеком в мире в 1992 году. Но, несмотря на это, Мори продолжал вести скромную жизнь. Не бойтесь и вы притворять свои идеи в жизнь. Возможно, именно они приведут вас к желаемому успеху. Один из самых известных возрастных бодибилдеров мира, Эд Хук, в одном из интервью сказал: «Упорная работа приносит успех. Вы должны быть дисциплинированы и постоянны. Даже в тот день, когда вы устали и чувствуете себя неважно, нужно пойти в зал и работать». Я считаю, что для успеха в бодибилдинге нет никаких препятствий, за исключением неграмотного тренинга, плохого питания и элементарной лени. Друзья, вы согласны с этим высказыванием? Абсолютно. Но что касается мотивации, вот что еще мотивирует людей и заставляет вот самый, может быть, пасмурный, неважный по самочувствию день, все-таки пойти в зал и работать? Можно я скажу? Возможность. Вот проект, мне чем проект понравился? То есть проект понравился именно того, что я... Меня готовят как спортсмена. То есть я живу в спортивном режиме. Спортивный режим, он накладывает ответственность. То есть ты выйти на сцену, выступать. То есть у тебя ответственность за себя, за своих болельщиков и за своих тренеров. То есть кто тебя готовит. Поэтому если бы не было в конце, что надо выходить на соревнования, ну расслабился я бы уже. Это честно, я говорю, расслабился. Не так это все легко и просто дается. Вот это очень сильная и очень большая мотивация, именно вот уникальность этого проекта. Еще часто слышу, что вот люди говорят, дескать, нет времени ходить в зал, да, нет нужных тренажеров, скажем, дома, да, там под рукой. А вот я вижу, что с собой вы принесли какие-то приспособления, которые, я думаю, что, в принципе, могут помочь. Да, это жгуты, они с разными ручками. Разное натяжение у них. С любым из этих жгутов можно, в принципе, позаниматься и размять мышцы груди, бицепсы и так далее, там плечики, ножки. Они очень удобны, их можно положить даже в маленькую дамскую сумочку, да. И пойти в офис на работу. Да? Кто захочет, есть 10 тот минут, найдет возможность. Да, 10 минут, раз, такая за столом, ножками придавила, там, допустим, ножку так. Типа длиннее, и сделала вот эти вот упражнения, например, на плечи. Да, мы можем вам, в принципе, показать даже. А можете научить все... меня? Да, да. Продемонстрировать. Вот мне иногда хочется вот разомнуться, стоя в центре офиса. Да, вот давайте сейчас начнем, ну, может быть, с ножек, да, с ножек. Давайте с ножек начнем, что можно на ножке, да, сделать. Особенно это важно для девочек. Можно проработать бока, части бедра, даже ягодицы. Бицепс бедра, квадрицепс бедра тут будет задействован. То есть, кто хочет, тот найдет возможность. Конечно. Да, Зуля, давай сначала, наверное, махи покажем ножкой, да, в сторону. Да, желательно за что-то, да, просто за стул или за стол упереться, да, вот я тебя подержу здесь. Все, вот ножкой в сторону. Бедро, ягодичка. Очень полезное упражнение для женщин. И вот назад. Замечательно, тоже да. Работает ягодичка. Вот, можно даже с махом сделать это все. Подтягиваем коленочку к себе и снова отводим назад. Да. Есть такое упражнение, вот приседание тоже. Здесь и квадрицепс, бедра, и бицепс, и ягодичные мышцы опять же. И потом можно усложнить задачу, можно сделать шаги даже боковые с полуприседом, ага. С таким. Зуль, продемонстрируй, пожалуйста. Вот это будет уже усложненная задача. Да, тут работают и внутренние мышцы бедра. То есть, вот в принципе, получасового перерыва на работе может хватить хватит для того, даже чтобы... минут 20, чтобы держать отлично. Себя в тонусе ежедневно. Очень много упражнений можно. Просто нужно поинтересоваться этой, как говорится, этой возможностью, почитать, посмотреть, послушать. И, в общем-то, неплохой багаж. Замечательно. А вот этот вот для чего? Вот с этим жгутом, с длинным. Давайте. Вот, Кайра, давай помочь. Так. Немножечко помочь. Что делать? Наступай ножкой. Наступай ножкой. Вот сюда посерединке, бери за ручки. Взялся. Сейчас делаем отведение в сторону.
на плечи, спинку ровно держи. А, ручки ровные. Ручки ровные должны быть. Но для тебя подойдет жгут слабого натяжения. То есть они по растяжению разные. Да. Все, я накачался? Чувствуете силу? Прямо, прямо, желательно. Вот так делаем. Прижимаем ножкой к полу и поехали. Теперь, значит, можно отведение вот вперед делать руками. Рука ровная. Я просто боюсь, что порвется. Нет, здесь можно сделать другой силу. Смотри, если тебе не хватает длины жгута. Вот не хватает держи. Длины. Да, чуть-чуть порекнись, наступи вот здесь по длине. Вот так. Ну, нет, немножко. Ага. Да, возьми. Взял. А этот делай пустить. Просто отведение. Да, этот можешь, в принципе, не держать и опустить. Он уже у тебя придавлен ножкой. Тем самым ты регулируешь длину. Отведение прямо от плеча. Вот она, передняя дельта. Хрустит что-то у тебя. Надо быть осторожнее. Так с непривычки-то. Да. Вот. Говорят, твои мышцы растут прямо на глазах. Я их вижу. Что, могу вместе с вами на Арнольде участвовать? Пока нет. Пока нет. Вот такое упражнение на грудь есть. Очень полезное. Можете попробовать. Да, здесь удобные ручки. Ой! Ручки выводите вперед, да, и приехали. Так, ну я человек, я скрипач, получше, я человек неподготовленный, я принцип понял, хорошо, спасибо, вот так, Лена. Здорово. Ну, ребят, общем, самое главное, расскажите, пожалуйста, как попасть к вам на проект «Измени себя». Мы тренируем не только людей, которые хотят где-то выступить или еще что-то. Мы, в принципе, тренируем и помогаем, в общем-то, каждому человеку в зависимости от той задачи, которую он перед собой ставит. Если ему не нужно выходить на какую-то сцену, но он хочет хороший тренинг, хочет там... Для себя. Да, подтянуться и так далее, да. Потом у нас весело, у нас атмосфера просто не дает возможности расслабляться. Очень у нас все весело. Вкалывают. Вот, и, пожалуйста, приходите, мы можем вам помочь и подсказать, и где-то это, и потренироваться классно в хорошей компании, вот в этой ауре, в нашей спортивной. Добро пожаловать. Скажу больше, приходите семьями заниматься. Да. Это еще удобнее. У Андрея жена тоже с нами тренируется. Прекрасно. Да, Андрей, вот он пришел к нам с женой. Они молодцы, в течение 3 месяцев, то есть вот уже к завершению 3 недели всего лишь осталось. Мы уже 3 месяца активно работали, осталось 3 недели до завершения проекта. Я правильно поняла, что вот такой замечательный результат у Андрея всего за 3 месяца? 3 месяца. 3 месяца. 3 месяца. Ну, если так совсем честно, то 4. Вы знаете, вот с первого проекта, когда нам никто не верил, вы не можете привести в порядок там, девушку или мужчину за 3 месяца. Мы сказали, посмотрим. Это возможно, мы знаем. Но мы знаем как, в отличие от, может быть, тех, кто этого не знает. Ну, естественно, нужно брать еще во внимание изначальную, то есть изначальный внешний вид. Мы не назначаем одинаковые вещи всем, потому что все индивидуальные, метаболизм у всех разный. Есть у кого-то противопоказания, у кого-то все ровно со здоровьем, и тогда вообще там полное поле деятельности можешь разворачивать. И то есть для всех это индивидуально, и это просто смотрится через каждые 2-3 недели, мы смотрим, так, ага, все, у тебя там количество углеводов урезается вот до такой степени, да, у тебя там вот это, у тебя вот это, у тебя вот сегодня кардио, у тебя вообще вечерами будет кардио. И то есть за 3 месяца люди не напрягаются особо, это не мучение. Они также вкусно едят, только правильно едят. И они занимаются спортом, в себе, в удовольствии, им это нравится. Понимаете, особенно когда люди видят уже первичные результаты, это вообще, мы уже, вообще уже мы летят, столько, да, мы уже да, столько, конечно, настолько привыкли, конечно. Нам настолько нравится, мы прям радуемся вместе с ними, что они приходят, о, ура, у нас вот так и вот так, мы, ой, не, все. Не, нам да. Мы тоже, в свою очередь, очень замотивированы, на самом деле, нашей встречи. Спасибо вам огромное, прекрасная форма, повторюсь, Андрей, я вас поздравляю, и я думаю, что вы не остановитесь на этом и будете работать над собой дальше. Зульфия и Елена, вам огромное спасибо за такой замечательный проект. Я думаю, что для вас это было таким интересным опытом, но и, конечно же, спасибо за то, что вы помогаете людям не только обрести физическое здоровье, но и ментальное здоровье и делаете их жизнь чуточку ярче. Спасибо огромное. Да, друзья, путешествие в 1000 миль начинается с первого шага. Пусть сегодняшнее утро подарит вам ощущение радости от предвкушения чего-то нового. Делитесь улыбками, позитивным настроением и будьте счастливы. Ну а мы не прощаемся с вами, говорим до новой встречи. Увидимся на телеканале «Алматы». До свидания.